из-за этого дерьма я снова. Не подходи! Я с Анной. Помоги. Ты жив? Хорошо. После заражения нужно как можно быстрее ввести антидот. Итак, расскажи мне, кого я спас. Ты знаешь Анну, верно? Знал. Ее больше нет. Я Том Хансен. Печальная новость. Она рассказывала тебе об этом месте? Нет. И ты все равно сюда добрался. Тогда слушай. Камский, отец Анны, и я приехали сюда для изучения экзоклеток, оказавшихся на платформе. Должно быть, их пробудило бурение. Мы должны были выяснить, что это за существа и как ими управлять. Но Камский пошел дальше. Он хотел использовать их. И вот результат. Они убьют нас всех. Я слышал, здесь есть глушилка. Где она?
А Нищенко держит ее в комнате управления магнитным полем. Тебе туда не попасть. Замок сканирует сетчатку. Войти может только Нищенко. Значит, придется попросить его открыть дверь. Он скорее убьет тебя. Как я рад тебя снова видеть! Эта чертова дверь застряла! Хэнсон, еще кое-что? Да. Ты должен... Это электронный ключ. Эта чертова дверь застряла! Годится. Добавим к арсеналу. Открыто. Thank you.
Ручной гранатомет. Откуда он здесь? Открыто. Заперто. Что это за дьявольщина? Эта чертова дверь застряла!
Черт возьми, мне нужен электронный ключ. Автоматическая система защиты. Обнаружены повреждения. Начинаю процедуру эвакуации Б. Это не учение. Повторяю, это не учение. Жарим здесь все к чертовой матери. Зона свободна. Двери открыты. Прекрасно. Заперто. Yeah.
Эта чертова дверь застряла!